Мясо, матюки, убийства и голые сиськи. Не забудьте подписаться на мой канал Нубас. Самые интересные видео про игры только здесь. И всем привет, с вами я, Александр Сычков, и сегодня я играю в последний раз в Антигрифер Шоу. Поэтому, ребята, не знаю даже как сказать, наверное, вам приятного просмотра. Также, вот я уже говорил в начале видео, то что подпишитесь на мой канал, заранее поставьте лайк. Ну, в общем, это будет круто. Но первым, то что я хотел сказать, то что поменялся скин, блин, моего героя, блин, что это за скин? Я не понимаю, это дело в лаунчере, в лицензионном. Там поменяли, просто они поменяли скин игрока, всем поменяли, у кого был не тот скин. То есть, придется мне опять менять на другой скин. Ну, смотрите, вот что это такое, что? Так же играть вообще невозможно, смотрите. Там даже, смотрите, глюк какой-то. Вот такой вот скин, я не знаю, он мне не нужен такой. Некрасивый. Так, тень появилась. Тени вроде не было, да? Что-то еще изменилось. Ладно. Так, сегодня мы играем, значит, в Антигрифер Шоу. Антигрифер Шоу. Так, ладно. Так, давайте взлетим и посмотрим карту. То есть, обновление мне не понравилось новое. Вот, не знаю, верьте, хотите, нет. Также. Также здесь обновление карты. Вот такое вот здание интересное построено. Там можно теперь проходить испытания. То есть тут есть таких три здания. То есть вот еще два таких здания. То есть один маленький и вот еще такой немного еще. Тоже все очень интересное. Здесь вход в город. Здесь построен город теперь. Здесь тоже какой-то... Игрок купил что-то, там тоже его... Смотрите, какой дом у него. Так, а здесь... Он даже, смотрите, крышу закрыл. Здесь вот этот город, то есть их три вообще тоже города построены. То есть здесь есть еще один город, если проплыть на лодке. И дальше уже идет третий город. Вот он находится здесь. Вот он, под водой. Специальный город. Там даже вон блок остался. Зачем-то. Ладно, ребят. Здесь еще все надо дообновлять, доделывать, скины все опять менять на сервере. Потому что это тупое обновление. Просто, если вам нравится обновление, пишите в комментарии. Потому что мне обновление не понравилось это. Потому что все изменилось. Все мои моды слетели. Просто весь Майнкрафт слетел. Просто пришлось все моды опять переустанавливать в игру. Потом скин изменился. Вот скин, который прорабатывал, теперь он у меня удалился. И теперь я зайти с него не могу в игру. Теперь его надо искать еще на компьютере, чтобы опять его воткнуть в игру. Вот такое вот дела. Так, ну это вы знаете, это уже испытание. Тут длинное такое. Это тоже испытание. Так. Так, там арена... Там вечные какие-то бои. Так. Какой-то ресторан, что ли? Или... Вот это прикольное здание, мне очень нравится туда. Очень прикольное даже. Это вроде с того Антигрифер Шоу уже было. Это здание. Так. Дальше. Не знаю, куда лететь. Сейчас карта догрузится. Карта очень стала долго грузиться. Это прям... Я даже не знаю. Вообще... Как так можно играть? Так. Где я вообще был-то? Короче, тут... Я точно не знаю. Потому что у меня слетело все настройки с сервера. Вообще, всякие кит-старты у всех слетели. Но это... Потому что... Это не мой, в общем... Не моя проблема, то, что все здесь слетело. Это все... Дела идут, не знаю, в техподдержку Майнкрафта. Потому что у всех, наверное, слетело. Старт, все настройки слетели у админов других сайтов. Вот он. Вот. Наш новый грифер, ребят. У него дом полностью из алмазов, ребят. Вы не поверите, вот он стоит. Так, ладно. Да ну что, начнем? Не хочу с тобой разговаривать. Ты снимаешь свой... Какой антигрифер шоу, я знаю. Ну что ты нам скажешь?
Рифер, что ты нам скажешь? Что не скажешь? Иди с другими разговаривай. Я ничего не гриферил. Да, как всегда. Ладно. Начнем мы с этого дома, в общем. Я ничего не брал. Короче, ладно. Этот дом, короче, полностью из алмазов. Алмазов, ребят, офигеть. Так, ладно. Ладно, я сейчас своего брата позову, он тебе знаешь, как надо кричить. Здесь есть у нас обычный сундук, верстак и печь. Все, такой вот маленький дом, ребят. Больше здесь нету никаких таких секретов дома. Здесь я ничего посмотреть не могу, здесь тоже в печи ничего нету. Остается сундук, смотрите, что там. Да. Вот почему я решил, что он грифер, потому что никто из нас не будет. Ни в чем. Только на донатах есть. Смотрите, вообще. У него дубовые что доски 64. Алмазная руда 64. Алмазный блок 64. И что дальше? Пузырек опыта 64. И это как так-то? Вообще. Пластинки вообще все дальше. Собрал вообще. Дальше. Ну, все. Яблоки, яблоко, Ленахай. Яблоко золотое и золотое яблоко другое. Так, ну здесь броня у него. И такой вот. Какие-то вот такие вещи. Ага, я здесь, да. А вы заметили его скин? Я никого не грифер, я тебе говорю, я честно тебе отвечаю. Есть. Правда. Я просто построил дом. Я потерял. Да. Эй, где есть-то? Ну все. Никого не нужно. Сейчас, подожди, я сейчас пойду. Куда-то он ушел, короче. Ладно, короче, мы уже заканчиваем сразу, давайте сразу все ломаем, потому что это грифер, надо все побыстрее сделать. Давайте, ломаем вот это, потому что нам это нахрен не нужно, вот это тоже. Да что там думать уже, давайте. Дверь ломаем, все здесь ломаем нафиг. Меня оскорбляет. Так, давайте это все. Вот это очистим. Что тебе надо? Давайте вот это. Потому что это... Вот это, вот это вот. Ну я, короче, все понял. Я не знаю, это мне не нужно. Да, все. Вот это вот весь мусор гриферский. Мне не нужен. Ладно, я, во-первых, могу все это начитерить. Я больше не буду грифер. Точнее, не начитерить, а. Я правда не буду грифер. Ну честно, я больше не буду, блин. Нифига мне вот это вот вся вот эта штука. У меня есть свои мечи админские. У меня есть админка. Зачем мне ваша там гриферская хрень? Так, ладно. Точняк этот парень. Ничего не делал такого, то есть. Зачем? Он не делал этот дом. Потому что он загриферил точно его. Так. Гриферством. Тут все это сделал. Так. Вообще я хотел оставить дома. Грифер, люди заходили, смотрели, то, что это реально грифери. Но я решил. Пофигу. Так, ладно. Так, ну, короче... Вот и все. Дома нет. Смотрите. Был дом, нет дома. Все. Я играю. Осталось только вот эту брать и прописать бан Леонардо. Смотрите, пишем. А, вот. Я уже тут выгоняю просто. Бан. Или кик сначала. Давайте кик. Нет, бан. А, пишем. Лео. Потом... Давай, поговорим. Бан. О, пришел опять. Леонардо. Давай там, пока. Все. Написали и закончили. Итак, мы забанили нашего грифера, хоть и это долго было, и у меня админка почему-то пропала, но мы его забанили. В общем, все глючит, все в игре стало не так, как надо. И, в общем, как-то так, дом мы сломали, он сейчас пропадут тут вещи. Хотя давайте, чтобы это ничего не напоминало, ничего нигде, вот 6 факелов, давайте их уберем. То есть это все опять зарастет землей, то есть ничего такого не будет здесь. Даже места такого не будет, что здесь когда-то был дом. То есть. Вот так вот. Я играю на сервере. На бас сервер. В Майнкрафт 1.8.9. В общем. Это был мой последний антигрифер шоу, наверное. Точнее, последний. В продолжении. Будет еще антигрифер шоу, но уже без продолжения.
Продолжение я сниму немного позже, через несколько дней. Ну а сейчас всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Нубас. Пишите комментарии под видео. И не забывайте там, я не знаю, подписываться на меня ВКонтакте 153 55 44 63. Там вы найдете самую интересную информацию о играх и обо всем о разном другом. В общем, на моем канале уже 1 000 000 подписчиков. Это даже прикольно. В общем, все. Продолжение будет последним, как я уже сказал. И все. Дальше будет просто антигрифер-шоу, где я просто не буду снимать продолжение. Ну что ж, всем вам удачи, всем вам хорошо бы поиграть в Майнкрафт, и всем пока!